Ребят, всем привет! Вы на канале Люк. Сегодня продолжим проходить игру под названием Call of Duty Первая мировая война. Сегодняшнее задание это Стальное кольцо. Панков в Германии. Людовик Петренко. Встань! День рождения фюрера! Катюши разгромят Берлин! Уничтожат его! И вы пулями! Штыками, голыми руками то же самое сделаете с их солдатами! В атаку! Вперед! Идите за танками! Используйте их в качестве прикрытия! Вперед! Крысы повсюду! Очистить все здания! Они на верхнем этаже! Вражеский пулемет! Граната! Убавим! Солдаты! Они взрывают наши танки! У них опорный пункт, башни с часами! Пулеметчик! Оставаться у жизни! Панцерджек! Еще раз огонь! Впереди! Быстрее, Дима! Готовьтесь! За той машиной! Здесь! Советы же трупят! Рядом с машиной! Панцершрек! Граната! Сосредоточенный огонь! Огонь по тому зданию! Осторожно, гранатометы! Граната пошла! Есть! Следи, чтобы фрицы! Есть! Вперед, товарищи! Сюда, в здание! Наверх! Побежали! Ложись! Сержант! Здесь есть выжившие! Эти звери беспощадно терзали нашу родину! Им пощады не будет! Шевелитесь, свиньи! Повернитесь к нам лицом, трусы! Дай! Питер! Беги, Монс! Питер! Питер! Их питанцы! Эх, я не в спину стрелю. Открывайте, пацаны. Как же нам продвигаться вперед? Ха! С помощью грубой силы, Черно! Грубой силы! Вперед! Шевелитесь! Обстрел из панцершреков! Из приюта! Разберись с этим! Разделиться! Вы четверо пойдете через борт! Остальные очистить улицу! Я тут чужу. Ой. Неожиданно.
кто бы ожидал, конечно. Ой, что-то трудно. Обстрел из панцершреков! Из приюта! Разберись с этим! Разделиться! Вы и четверо пойдете через двор! Остальные очистить улицу! Прорываемся к приюту! Уничтожить всех, где бы они ни прятались. Проходим. И? Здесь отовсюду несет ужасом и безумием. Только безумцы могут надеяться нас победить. Сюда, наверх! Дмитрий, хватай дробовик! Будем сражаться на короткой дистанции. Что-нибудь слышите? Нет. Это-то и подозрительно. Всем быть начеку. Вперед! Совет еще трубы! Отступать! Полно отдал жизнь за родину! Готовь! Наконец-то! Дмитрий, разберись с пулеметчиком! Используй их для оружия! Санитар! Там, на крыше! Убейте их! Брось его! Вот они! Уничтожить их одного за другим! Доброй охоты! Пошли! Следуй за мной! Пулеметчик перекрыл коридор. Дмитрий, нейтрализуй его! Не зарядите руки! Отживись! Чисто! Сейчас удари еще одна граната! Граната! Невеста! Помогите, тащите его! Мужики! Вам! Отживись! Перезаряжаю! Готовьтесь! Встретите! Сдохни, товарищи! Наши танки идут! Вражеские войска! Пойдите, Фанри! Прикрой меня! Давай! Вот это пацаны вам. Фашистские войска! Санитара! Не дай мне застрелить меня! Бомбим Берлин, просто вообще. Нужно прикрытие!
У нас раненый! Один! Попал! Конечно! Они уже близко! Рядом со столом! Я понял! Я их вижу! Прямое попадание! Помогите! Надо всем об этом рассказать! Жители Берлина, стальное кольцо сужается вокруг вашего города! Мы сокрушим каждого, кто посмеет сопротивляться бойцам Красной Армии! Сложите оружие! Выходите на улицу! Вас никто не спасет! Ура! Мы стиснули черное сердце Берлина стальной хваткой. Фюрер приказал защищать город до последней капли крови. Старикам, подросткам, раненым. Что ж, если они хотят постоять за Германию, они умрут за Германию. Дом за домом. Комнату за комнатой. Очистим город от крыс. Выселение. Германия, Берлин, рядовой Петренко. Третья ударная армия. Дмитрий, ты готов? Успокоя, что да. Töten Sie mich nicht! Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады! А ты пощадил это... наш народ? Это не война, это убийство. Этим и заканчиваются войны, Чернов. Это безумие! Наши снаряды уничтожают город! Заходи! И что? Тише! Захватим их врасплох. Die russischen Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind fast vollständig umzingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was ich dem General erklären sollte? Das sollte dem General eigentlich selbst klar sein. Da sind sie! Убейте их! Вот они! Еще! Понял! Солитет! Все чисто! Зарядите оружие! Капюшон испугался. Берегись! Берегите головы! Да не рушится! Вражеские войска! Разделайтесь с этим! Да ты мой сад! Оружие! Граната! Уходим! Граната будет! Они советуются! Коммунисты! Атакуй! Они контратакуют! Коммунисты! Айнхауэр! Интегун! Я открою! Готов! Я слышу его! Там за ним! Граната! Ложись! Пошел! Помогите этому человеку! Этот квадрат хорошо охраняется. Дмитрий, брось туда бутылку! Сожги их! Что я ожидал? Не знаю, почему как-то ожидал эту пулю. Я их вижу! Этот квадрат хорошо охраняет. Ага.
Дмитрий, брось туда бутылку! Нифига себе, что это за... Реально какой-то хорошо охраняется. Так, нельзя больше умирать, чё я умираю? Граната, бежим! Граната, уходим! Это сокрушит их волю! Санитара сюда! Не подходит под ним! Мы на бомбе! Этот квадрат хорошо охраняется. Дмитрий, брось туда бутылку, сожги их! Будь у меня за спиной! Санитета! Вот они! Где там все сильно? Там враг остался? Где? Вражеский пулемет! Отлично! Нормально. Конечно! Че вы говорите? Держись ближе к полу. Из-за дыма будет трудно дышать. Почти ничего не вижу. Я задыхаюсь. Жалобы тут не помогут. Просто держись ближе к полу. В Сталинграде нам с Димкой не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям. Ты слышал, чтобы он жаловался? Коммунисты! Готовьтесь! Чёрт! Граната! Помоги нам! Граната! Фашистские войска на марше! Хильфа! Еще один готов! Кто мы? Фашистские войска! Малабуда! Вот она, месть коммуниста! Готов! Готов! Коммунистен! Санитарно сюда! Они идут! Граната! Лоскейтс! Не отступать, товарищи! Эх, чувак, он такой шаг. Да! Скоро будем на улице. Я их слышу! Пойди, к тому моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины. Я слышу их! Советы же трупы! Бежать! Это граната! Фашистские войска на марше! Оставаться у танков! Чёрт подери, ещё одна граната! Совет же танк! Да! Эмоут, Хильфе, будет getroffen! Приблизается! Вот и надо аккуратнее играть. Почему я рвусь вперед? Коммунисты! Войска! Еще на подходе! К тому моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины! Оставаться у танков! Все, быстро кидай. Они приближаются! Эмбол, Хильфе! Эмбол, Гата! Уходим! Чего это, блин? Вот они! Да! Драги! Что за дело? Задрали. Готовьтесь! К тому моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины. Идиот! Оставаться у танков! Там еще один! Советы же трупы! Не надо!
Сувенирные трупы! Занять позиции! Ты ему не поможешь! Вражеские войска! Граната, ложись! Нет, Ляш. Прямое попадание! Готовьтесь! Видите! Понял! Они идут! Окей, концентрат! Коммунистан! Готовь! Прямо впереди пулеметы! На третьем этаже! Идем! Попал! Готовьтесь! За мной! Живее! Убедитесь, что они все мертвы! Убить их всех! Очистить улицы от этих тварей! Да вроде. Чернов, что это тут творится? Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Чернов. Ты хочешь отказать этим людям вместе? Смерть бывает лишь двух видов. Быстрая и медленная. Надо было их пристрелить, Чернов. Жестоко растягивать страдания животных. Быстрее, в метро! Сюда! Куда? Пошли. Открывай. Чернок, первый идешь? Ты чего, не боишься? Разделиться по обеим платформам. Советский группен! Оставаться на месте. Через пару минут глаза привыкнут к темноте. МГ-42 на левой платформе. Открыть огонь! Они уже здесь! Будь у меня за спиной! Что же нам делать? Бежать. Уничтожить их! Да их тут на хрена! Они уже близко! Я его убил! У нас заложник! Здесь все рушится! Живо! Мы можем погибнуть! Пулемет на правой платформе! Уходим живее! Да, вот все, я уже погиб. Уже выходить надо. Меня, походу, с пулемета стреляли. Откуда? Ой, ты че шутишь? Разделиться по обеим платформам. Санитар! Не останавливаться! Оставаться на месте. Через пару минут... МГ-42 на левой платформе! Открыть огонь! Прости, прости! Санитар! Ложись! Они не сдаются! Ложись! Граната! Его подстрелили! Удари!
вагона! Айна, тебе! Тут едь еще тут! Лос! Вот моя! Гауптхильфе! Вражеские войска! Здесь все рушится! Живо! Мы можем погибнуть или будем похоронены заживо. Пулемет на правой платформе! Уходим живее! Нужно оставаться на чеку! Возможно, они прячутся в темноте! Выход с другой стороны платформы. Там перегруппируемся. Точно! Давайте, товарищи! Пора! Вражеский пулемет! У мешков с песком! Еще на подходе! Я слышу их! Внимание! Продолжать огонь! Не надо открыть ворота! Заело! Зараза! Не подпускайте их! Где так хорошо рота? Что это за шум? Они уже здесь! Ответный огонь! Коммунисты! Прикройте меня! Я их вижу! Налетение! Ответишь, Туман! До свидания! Я почти все! Быстрее, сержант! Дмитрий, берегись! Готово! Боже! Битва на Пелелиу завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Они приближаются. Давай будем заканчивать 5-ю серию. Следующая серия выйдет совсем скоро. Не знаю, насколько скоро, но сегодня точно. Поэтому всем пока. Всем до скорых встреч.